меня зовут меня Оксана, тренер фитнес. Предлагаю заниматься вместе со мной йогой. Вам понадобится свободное пространство, ковер, мат, что-то, да, на чем будете заниматься. Советую вам заниматься либо босиком, либо в носках. Встаем, ноги ширина таза, носки колени направлены вперед. Коленчицы согните, пусть колени будут мягкими. Подтяните слегка пупок, живот, ягодицы, напрягите. Дыхание через нос. Делаем вдох, поднимаем руки, вытягиваемся за макушкой, руками к потолку, плечами. Вытягиваемся, опускаем плечи, руки, делаем выдох. Добавьте подъем на полупальцы, вдох и выдох. Настраиваемся на занятие. Вытягивайтесь так, если хотите. Достойте руками потолка. Задержите следующий повтор. Тянитесь правой рукой, левой. Плечо вытягивайте вверх. И вообще себя из таза. Еще 4. 3. 2. Еще 1. Опускаем плечи, пятки, руки. Вращаем плечи. Сейчас мы с вами разминаемся и настраиваемся на зачувствие. Вращение плечами вперед. Поднимите руки перед собой. Вдох, раскройтесь. Выдох, соберите руки. Добавьте скручивание в шее, в грудных позвонках. Вдох. Остановились. Сгибаем руки. Одну за головой, другой снизу. Выдох. Еще 4. Тяните пальцы рук друг к другу к замку. Достаточно. Переворачивайте руки. Выкручиваем лампочку. Опустите руки. Поворот головой. Плечи в одной линии. Держим их. Без движений, двигаемся только головой в шее, сгибание в шее, разгибание. Тянитесь не подбородком к груди, а затылком к потолку, подбородком к потолку, затылок в потолок. Сгибание сделайте, остановитесь и делайте такое движение стороны в сторону от плеча к плечу. Остановитесь у правого плеча, поднимите подбородок вверх, потяните затылком к потолку, подбородок к потолку, затылок. Поворот в левую сторону, остановились. Грудь к потолку, затылок к потолку, плечи тянем вниз.
центр, голову верните и скрутитесь позвонок за позвонком, выпрямляясь в шее. Разведите руки в стороны, таз держите на месте. Движение из стороны в сторону. Движение в сторону. Сгибание корпуса в грудном отделе позвоночника. Рукой вытягиваемся к потолку. Добавьте шаг одноименной рукой, ногой. Вдох и выдох. Направо стоп. 4, 3, 2. Тянитесь вверх по диагонали к потолку. Вернитесь. Шаг левый назад рукой. В сторону вверх к потолку. 3, 2. Вернитесь, шаг. Ноги чуть согнуты. Живот подтянут. Поднимаем правую ногу. Перед собой сгибаем колени. Отводим, разгибаем в сторону. Еще 7, 6. Вес тела перенесите на левую стопу. 5, 4, 3, 2. Вращение ногой. 4 повтора в каждую сторону. Поменяем ногу на правую, вес тела переносим. Левую сгибаем перед собой, разгибаем, отводим прямую сторону. Еще 7, 6, 5, 4, 3, 2. Согните ногу и согнутую вращаем в тазобедренном суставе. Еще 3, 2. Таз держим на месте. Вращение в другое направление. 2. Стоим на правой стопе. Левый шаг перед стопой, шаг за стопой. Колено чуть согнуто, колено остается неподвижно на месте. Движение происходит в тазобедренном суставе. Горизонтальная плоскость. Прижата плотно стопа мизинцем, большим пальцем, основанием и пяткой. Меняем. Встаем на левую. Переносим на нее вес тела. Шаг правой стопой перед носком за пятку. Проверьте, чтобы основание большого пальца, мизинца и пятка были прижаты к полу. Колено слегка согнуто. Движение в тазобедренном суставе. Переходим к приветствию солнца, солнцу. Встанем стопы на ширине таза. Носки колени направлены вперед в одной плоскости. Колени мягкие. За вами мат. Ягодицы напрягите, живот подтяните. Сделайте глубокий вдох, руки через сторону. Вытяжение за макушкой и руками. Смотрите за руками вверх. Можно прогнуться слегка только и напрягайте со всей силы ягодицы. Так нужно, без прогиба, вытягиваемся по вертикали в потолку. Таз подаем назад с прямой спиной. Происходит сгибание в тазобедренных суставах. Задержитесь 5 секунд, дышим. Продолжаем наклон, руки опускаем пальцами, подушечки пальцев на пол перед собой. Плечи, лопатки вниз, шею мягко из плеч вытягиваем. И по возможности в коленях можно разогнуть ноги. Живот здесь расслабьте. В
взгляд направляется вперед. Опускаем голову мягко между рук. Плечи тянем вверх. Живот приближаем и ребра к бедрам. Захват лодыжек. Сделайте еще вдох. И с выдохом живот, грудь к бедрам. И голова опускается лицом. Сгибаем ноги, полуприсед. Руки ставим под плечи. Правую руку поднимаем. Шаг делаем назад, далеко-далеко. Длинный выпад на полупальце. Таз тянем к полу. Плечи, лопатки вниз. Взгляд стремится вперед или вверх. Колено втяните. Ноги за спиной. Опустите запястье. Почувствуйте вес своего тела на руках. Шагните назад левой ногой в планку. Сразу подтянуты мышцы живота, внутренние мышцы тазового дна и ягодицы напряжены. Если нужно, колени опустите на пол или оставьте их выпрямленными. Сгибаем локти вдоль корпуса, опускаем себя, задерживаемся над полом. Опускаем грудь, колени сгибаем, таз направляем к потолку. Поклонение восьмью точками. Подбородок вперед. Пару вдохов и выдохов. Ложимся животом. Если нужно, локти ставим под плечи и только грудь поднимаем. Если позволяет гибкость спины и вы уверены, что не навредите себе, тогда поставьте локти, разогните их. Если и так вам легко, значит еще сложнее вариант. Запястье под плечами, отталкиваемся, поднимаем грудь, живот, плечи вниз. Взгляд вперед или ягодицы со всей силы сжаты. Хорошо. Кто на локтях, поставьте запястье под плечи. Поднимаем колени, таз направляем вверх, собака мордой вниз. Выталкиваем грудной отдел, приближаем живот, ребра к бедрам. Голова в одной линии между рук. Шея, грудной отдел, поясничный образуют одну линию. Вытягиваемся копчиком в потолок. Разгибаем ноги по возможности в коленях. Дышим. Приподнимите голову, взгляд на мат между рук. Правую ногу приподнимаем и шагаем вниз. Таз тянем к полу, грудь вперед, плечи вниз, взгляд вперед или на. Приготовьтесь к шагу вперед, перенести вес тела на правую и левой ногой шаг вперед. Захват лодыжек и сложились к ногам. Согните ноги, полуприсед. Спина прямая, посмотрите вперед. Руки через стороны, вытяжение, вдох. Ягодицы сразу напрягли, вытянулись вертикально. И если позволяет спина и желание, снимите прогиб. Намасте. Вдох. Выдох. Подушечки пальцев на пол, взгляд вперед. Голова мягкая между рук. Захват лодыжек. Вдох. Выдох. Держите. Дышите. Колени согните. Полуприсед. Руки под плечи поставили. Шаг назад левой ногой. Далеко-далеко. Таз к полу. Колено в сторону. Грудь вперед. Плечи вниз. Смотрите вперед или опустите взгляд к полу, запястье прижмите, вес тела на руках почувствуйте. Шаг назад правый, планка, сжать ягодицы, подтянуть живот. Чатурага. Отжим
внимание вниз. Поклонение восьми точками. Грудь опустили, колени согнули. Держим себя на запястье. Грудь на полу, колени на полу, подбородок либо на полу, либо почти на полу. Поклонение восьми точками. И здесь враги под груди. Сфинкс, кобра или собака мордой вверх. Здесь еще колени разогнуты. Собака не запястье путничка на локтя. Разогнуть колени, кто не поднимал колени. И выход собаку. Левая нога приподнимите, шагните вперед, вдох, выдох, дышим. Взгляд на пол, шаг вперед правый, захват лодыжек, сложились. Колени согнули, полумесяц, взгляд вперед, вдох, ягодицы сжали, после делаем враги, ускоряем темп, вдох, наклон, выдох, вдох, сложились, выдох, колени согнули, пальцы рук под плечи, правый шаг назад. Заднее, запястье под плечи, шаг назад левый, планка, чатуранга, отжимания с колена или с прямых ног. Опустили грудь, согнули колени, уклонение восьми точками, прогиб в груди, собака мордой вниз. Правую ногу приподнимаем, колено к бедру, шаг вперед. Задний. Шаг вперед левый, захват, сложились, согнули полуприсед, взгляд вперед, подъем, вдох, сжали ягодицы, заключительный круг, вдох, выдох, вдох, к ногам складываемся, выдох, колени согнули. Полуприсед, шаг назад, левый, задний, выдох, шаг назад, планка, вдох, четверанга, выдох, опустили колени, прогиб, вдох, выдох, собака, мордой вниз, левой ногой шаг вперед, задний, взгляд на пол. Правый ногой шаг вперед, захват лодыжек, восстанавливаем дыхание. Поворачиваемся, если вы были боком, встаем. Для следующей позы, поза стоя, на одной ноге баланс. Ноги ширина таза, носки колени направлены вперед, колени вперед. Мышцы живота подтянуты, мышцы тазового дна глубокие тоже. Подтяните их, ягодицы напрягите. Переносим вес тела на правую ногу, левую поднимаем, поддерживаем под бедром. На мате и на ковре может быть сложновато держать баланс на одной ноге. Проще сделать это на полу, более подготовленным советую сделать на ковре. Поддерживаем бедро, плечи устраиваем в одну линию.
видно, что ребра закрыты, живот подтянут. Дышим легкими, дышим животом, диафрагму включаем, полное дыхание. Отводим ногу в сторону, сохраняя таз по центру на месте. Берем за лодыжку и ставим стопу либо на бедро, либо чуть ниже с боковой стороны, с внутренней стороны от колена, только не на колено, а на саму ногу. Если так сложно, то еще ниже можно поставить вдоль голени. Давите ногой, стопой на бедро, бедром на стопу. В носках, конечно, будет удобнее, не будет скользить. Колено в сторону, руки в сторону. Держим, дышим. 30 секунд подержим. Дышите. 15 секунд остается. 5 секунд. Руки разъединяем в стороны на бедра и опускаем стопу. Вы можете чуть различными движениями потянуть и снять нагрузку со стоп. Переносим вес тела на левую стопу. Контролируйте, чтобы пальцы все были прижаты, пятка. Правую ногу поднимаем, поддерживаем под бедро. Находим баланс, выравниваем плечи, шею мягко вытягиваете. Дышите. Отводим ногу согнутую в сторону, таз держим на месте. Дышите. Берем за лодыжку или держим низко стопу, ставим вдоль голени, вдоль колена или бедра. Давим стопой на бедро, бедро за стопу, руки через стороны. Вдох. И выдох. Продолжаем дышать. На вдох расширяйте ребра свои. На выдох собирайте. Еще 15 секунд. 5 секунд. Руки через стороны, опускаем и опускаем стопу. Снимите напряжение, потяните стопы, пальцы, стоп. Разно так. Встаем, ноги ширина тазом на краю маты, за вами мат, колени чуть согнуты. Сделайте вдох, движение, ягодицы напряжены, сжаты, живот подтянут. И сделаем, и на вдох. Взяли лодыжки, захват, тянулись. Согните ноги в коленях, поднимите пятки, сделайте шаги шире в стороны, руки ставим либо на пол, либо на мат, опять же на ковер, но на ковре будет не так устойчивы, на полу будет устойчиво. Поднимаем, значит, пятки, опускаем таз вниз. Сидим так. Если нужно, еще шире ноги. Пятки опускаем. Носки направляем в стороны.
и выравниваемся по вертикали. Таз еще ниже и глубже вниз. Толкайте локтями колени в стороны, плечи тяните вниз. Соберите ладони напротив солнечного сплетения и давите друг на друга ладонями, намасте. 5 секунд еще. Поставьте руки опять на пол, поднимите пятки и колени поместите выше локтевых суставов, ближе к плечам. Приподнимите таз, подойдите еще ближе к рукам, почувствуйте вес своего тела на руках и попробуйте приподнимать по одной ноге. И чувствовать еще больше веса тела на своих руках. Напоминаю, что колени должны быть высоко к плечам, выше локтей. Приподнимайте обе стопы, если есть такая возможность. Опускаем. Разогните ноги, расслабьте руки, повисли. 15 секунд. Полное расслабление, отдых, дышим. Можно качаться из стороны в сторону. Также можно обхватить локти и тянуться предплечьями. Если обхватывали локти, разогните руки. Пальцы рук под плечи. Шаг назад. Правой ногой. Левая осталась впереди. Таз тянем к полу. Взгляд направляем вперед. Плечи тянем. Поставьте запястье под плечо, правая нога за спиной. Посмотрите, поворачиваемся стопой за спиной боком, поворачиваем левую стопу в левую сторону и тянем правое бедро к полу, рукой левой к потолку. Возвращаемся и поворачиваемся в правую сторону. Таким вот образом. Снова поворачиваемся вперед, ставим руку, поворачиваемся влево. Снова правую. И как можно глубже стараемся сесть. Если помощи рук нужно, то таз держите и повыше можно. И еще раз поворот. И заключительный вправо. Опускаем колено, вытягиваемся вертикально, взгляд направляем вперед или вверх, прогибаемся, если позволяет спина, плечи тянем, руки за спиной, в кистевой замок вдоль спины. Опускаем. Поворачиваемся в правую сторону, берем стопу правую за спиной и тянем пятку к ягодице. Поворачиваемся вперед, берем двумя руками стопу правую и разгибаем ногу в колени за спиной. Отпускаем и
опускаемся. Руки под плечи на пол. Разогните ногу перед собой. И так повторите несколько раз. Еще три. Стопу сгибаем, голеностопе. Два. Пять. Задержите. Спина. Вытягиваем ее в одну линию. Также вы можете руками подняться на бедро и голень. Сгибаем. И рукой, помогая стопу, ведем в сторону, опускаемся на ягодицу. Выравниваемся по центру. Поворачиваемся в сторону стопы. Наклон. Задержитесь, дышим. Падаем в другую сторону. Садимся на ягодицу. Правую ногу сгибаем. Если нужно, помогаем, придерживаемся руками, либо без рук. Смотрите, переворачиваюсь на ягодицу. Делаю подъем на колени. Сажусь. Переворачиваюсь обратно. Подъем на колени. Выпрямляем ногу за спиной, приподнимаем ягодицу, собираем колени, садимся к пяткам, лоб опускаем на пол, отдых. Расслабляйтесь, дышите. Поднимите голову. Колени разогнуть. Таз направить вверх. Собака мордой вниз. Плечи, лопатки тянем вверх. Живот и ребра приближаем к бедрам. И держим, дышим. Выход в планку. Левой ногой я сгибаю ногу к правому локтю. Разгибаю ногу и поворачиваюсь рукавом. Опускаю руку, сгибаю ногу. Выхожу обратно. Собака мордой. Снова планка. Правую ногу к левому локтю. Ставлю стопу, разгибаю ногу. Поворачиваю. Стопы и корпус. Ставлю руку, сгибаю ногу. Возвращаемся и в собаку. Поднимаем правую ногу вверх вертикально. Открываем таз в правую сторону. Сгибаем колени. Еще сильнее открываем. Закрываем. Шагаем ногой вперед. Держимся. И шагаем левой. Складываемся. Висели спинку вперед. Вдох, вырастаем. Сжали ягодицы. Если нужно, делать ноги. Вдох. Вытяжите.
повышение дна. Согнули ноги и шагнули левый нос. Держим. Левую руку поставили под левое плечо. Выполняю поворот стопой в правую сторону, левой стопой тоже боком. И тяну левое бедро правой. Возвращаюсь. Поворачиваемся в левую сторону. Здесь сажусь глубже или остаетесь высоко. И можно отпустить. И руки поднять в намасте. Поворот. Подъем вертикально. Можно чуть прогнуться, взгляд вперед или вверх. Плечи тянем вниз, таз толкаем вниз. Грудь вперед. Зам. Спускаем руки, разъединяем кисти. И... наклоняемся, разгибаем ногу правую. Делаем так еще несколько раз. Руки могут быть под плечами, могут быть на бедре и голени. Стопу тянем на себя, сгибаем голеностопе. Задерживаем. Спина в одной линии. Сгибаем ногу, помогая рукой стопу в сторону, садимся, выстраиваем себя по центру, поворачиваемся к стопе, наклон, дышим несколько дыхательных циклов. Подъем, поворот в сторону колена. Подъем. Садимся на ягодицу. Сгибаем ногу за спиной. Без помощи рук или придерживаясь руками. Поворачиваемся. Поднимаемся на колени. Садимся. Переворачиваемся. Вернулись. Правая нога перед нами. Ногу за спиной. Приняли. Выровнялись. Приподнимаемся снова на стопу. И таз опущен. Поворот в левую сторону. Берем стопу. Тянем пятку. Ягодица. Поворот вперед, две руки, захват стоп. И разгибаем ногу за спиной колени. Отпускаем. Собираем колени. Садимся. Пятка. Лоб полуотдых. Поставьте руки под плечи, ноги на ширину таза. Смотрите, правый локоть опускаю на пол под плечо. Поворачиваю
руку и тяну локоть вперед. Возвращаю, разгибаю. Поворачиваю. Значит, локоть делаю ротацию и плечо. Еще два раза. И заключительный раз. Достаточно. Садимся с ног, пятка. Приподнимаем таз, колени, собака. Левое колено поднимаем, левое колено, левую ногу поднимаем вверх. Открываем таз, в колени сгибаем, еще сильнее открываем. Закрываем, шагаем вперед, держим. Шагаем вперед, вверх, захват лодыжек, расслабьтесь. Колени согнуты, пальцы рук под плечи. Прыжком или пошагово, планку. Чатуранга. Наклонение восьми точками. Собака. Морды вниз или прогиб с локтей. Можно сделать, да? Да. Ложимся. Следующее. Правую ногу сгибаем, левую руку выпрямляем вперед. Делаем подъем рукой и поворачиваемся на спину. Поднимаем медленно колено. Выпрямляем ногу, ложимся на спину, в одну линию вытянулись. Эту же ногу сгибаем, возвращаем колено, руку, ложимся на живот, выпрямляем ногу. Левую ногу согнули, правая рука выпрямлена вперед, левую руку сгибаем, левый локоть поднимаем. Ложимся на спину, выпрямляем ноги, руки, корпус в одной линии. Эту же ногу сгибаем, эту же руку в сторону сгибаем, возвращаем ногу, руку, живот, грудь, выпрямляем. Повторяем. Правая. Рука. Это же правой ногой возвращаем. И левый заключительный. Главное делать медленно, спокойно, выйти. Руки собираем вдоль корпуса, вытягиваем, поднимаем лоб, грудь, плечи, лопатки тянем вверх.
если есть возможность, собираем замок кистевой, вытягиваем вдоль спины, приподнимаем стопы, вытягивая носки, ягодицы напряжены. Опускаем руки, стопы опускаем, разъединяем руки, руки под плечи, отталкиваемся, садимся к пяткам. Приготовьтесь к подъему в собаку мордой вниз, колени разгибаем, таз направляем вверх. Подышите. Согните ноги в колени, поворачиваемся спиной к полу, скрутились. Подойдите стопами как можно ближе к ягодицам, руки вдоль корпуса. Поднимаем таз. Сжимаем ягодицы, живот подтяните, еще выше, подходим еще ближе, соберите лопатки, еще ближе. Стараемся дотянуться руками до лодыжек. Держим, дышим. Посмотрите, поднимаю правую руку и делаю поворот. Возвращаюсь левой рукой и так можно тоже не делать, а просто подержать в сагитальной плоскости. Да? Я делаю здесь поворот горизонтально. Опускаем спокойно таз в пол. Дышим. Поднимите ноги согнутые к себе. Расслабьте живот. Дышите. Следующая поза травмоопасная. Не всем подходит. Есть противопоказания здесь. Достаточно много. Это перевернутая асана, перевернутая поза. Значит, с грыжами, вообще с проблемой позвоночника лучше не делать. Также критические дни у женщин. Самые такие, да, распространенные. Так вообще нужно консультироваться с врачом по конкретному случаю всегда. Значит, поднимите ноги, если делаете. Если не делаете, то также можно подержать колени, да, или выпрямить ноги, допустим, тянуть по одной ноге в руках вверх поочередно. Задерживайтесь. Кто делает перевернутую, поднимаем таз. Выходим в перевернутую позу. Ну и буквально 3-4 дыхательных цикла. Старайтесь придерживаться плечами, руками, сильно на голову не давить. И здесь вытягивайте копчик в потолок, колени старайтесь подтянуть. Пробуйте поднять по одной ноге вверх. Если нужно, поддерживайте спину руками, обе ноги. Без рук. И позвонок за позвонком медленно опуститесь. Ноги согнуты, прижали к себе. Скручивание. Колени опускаем в левую сторону. Руки соберите перед собой. Делаем вдох и выдох. Вдох. Посмотрите рукой по полу, веду к
голова к полу. Вдох. И выдох. Поменяем сторону. Поднимаем ноги. Раскипаем обе ноги вдоль пола. Шавасана. Поза расслабления. Переводится поза трупа. Ноги сделайте на ширину таза. Руки чуть от корпуса разведите вдоль пола, их так опустите. Ладошки поверните к потолку, пальцы раскройте. И устройтесь поудобнее, закройте глаза. 5 минут подышим. Дышите животом, легкими, полностью. Вдыхаем через нос медленно, специально, да, медленно. И выдыхаем также специальными. Давайте живот воздухом, подтягивайте чуть его при выдохе. Ребра расширяйте в стороны на вдохе, собирайте их друг к другу на выдохе. Лежим, дышим. Что-то для себя очень приятное. И расслабляться, улыбаться, думать о хорошем. Согните правую ногу, левую. Поставьте стопы. Руки соберите на животе. Еще подышите. Откройте глаза, снимите талу. Поворачиваемся в мою сторону боком. Складываем ладошки под голову, подкладываем, дышим так, смотрим на пол. Дышим.
подкасту. Перед вами пол, и опираясь на пол, медленно приподнимитесь, сядьте и повернитесь на колени. Руки поставьте под плечи, сделайте скручивание полностью во всех позвонках позвоночника. И во всех позвонках от копчика сделайте выпрямление позвоночника. Выдох. Прямая спина. Поднимите колени. Смотрим вниз. Приблизьте живот, ребра к бедрам. Плечи, лопатки вверх. Стопами идем к рукам. Повисли, расслабились. Колени чуть согнуты, скручиваемся позвонок за позвонком. Поворот. Ноги, ширина таза. Вдох. Вытянулись над правым локтем, давили правую ногу назад, над левым, руки раскрыли, перевернули, раскрыли, перевернули, и за спиной в кистевой замок. Вдох, и спустились в центр груди, выдох. Большое вам спасибо, что были со мной. Здоровья вам и хорошего настроения.